Генеральный партнер программы – компания «Горгазсервис». Как только входишь на участок к Татьяне Кузьминой, сразу понимаешь, здесь растения не спускают глаз. Все под четким контролем. Хозяйка знает, что и как посадить. Чувство стиля и творческие способности накладывают отпечаток на каждую зону сада. А неуемная энергия и энтузиазм помогают конкурсантке без устали трудиться. Татьяна Анатольевна, расскажите, вот чем у вас примечательный ваш цветник? Сколько вы его собирали? Ну, собирала сколько я? 3 года вот. Начала как бы благоустраивать все, потому что здесь была вообще пустырь, можно сказать. Что было, то и садила. Садила, прямо густота была неимоверная. И начала уже садить вот такие вот растения, как вот лилейник, хосту, гехеру, астильбу, пионы вот тут у меня. И все это в основном, потому что на глетнике я хотела создать как бы сад с минимальным уходом. Кроме того, Татьяна подбирала цветы так, чтобы в саду было непрерывное цветение. Одни виды сменяют другие. Ароматные ассорти из лилии, спиреи и других цветов прекрасно сочетаются с такими кустарниками, как снежноягодник и пузыреплодник. А еще у участницы конкурса 50 видов хосты. Листья ажурные, допустим, листья вот такие, как у бадана, листья вот такие, как у ириса, допустим, стрелы. И в совокупности они как бы один другого дополняют, и получается хорошо и красиво. Хвойный островок – особая гордость Татьяны. Здесь растет можжевельник, коника, горная сосна. Сначала они у меня были везде рассажены, потом думаю, нет, дай-ка их лучше соединю в одну композицию и сделала вот такую отсыпку, что они смотрятся. И пока вот они маленькие, как бы вот это в камне все красиво смотрится. 2 беседки из дикого винограда прекрасно дополняют общий стиль участка. Сложно было вот такую зеленую беседку организовать? Да, в принципе, не сложно. Мы, когда в позапрошлом году делали шпалеры там, и решили здесь тоже сделать как бы вот такую вот беседку. Вот видите, она с арматуры также сварена. И вот посадила сюда этот дикий виноград, и все оно затянуло буквально вот за 2 года вот такая беседка получилась. Оказалось, Татьяна еще и большая фанатка яблонь. У нее их 7 штук. Покупала саженцы много лет назад в компании «Сады Зауралья». Начала, значит, покупать в харчевке. Значит, «Белый налив» там у меня. Потом «Аркад Бирюкова», «Уральское наливное», «Китайское розовое». Вот это янтарь. Она такая вкусная, потому что она, когда созревает, она становится прозрачная. Вот как янтарная, точно. Вот 2 груши брала, потому что одну когда взяла, и вот она мне долго не плодоносила, мне сказали, надо вторую. Вот я докупила вторую, и сразу это стало. Да, это стало плодоносить, и это стало плодоносить. И в основном-то все, вот в харчевке берешь хорошо, там, что уже с закрытой корневой системой, а которые брала на ярмарках везде, они у меня почему-то не переживались и вымерзали или, ну, погибали. Хозяйка участка со временем поняла, лаконичное оформление пруда смотрится очень выигрышно. Чтобы был уже такой как бы разряженный, но нарядный. Уже не то, что вот уже как бы опыт приходит с годами, как бы, и вообще это получается, что лучше меньше, да лучше, чем вот все так вот заросшее когда. А газончик подстригаете? Да, подстригаем. Подстригаете. Поливаете его перед тем, чтобы ровно рос? Ну, вот сейчас вот дожди идут, слава богу, он как бы растет. А вот когда засуха, тогда надо поливать, потому что если ее подстригешь, она, вот видите, белые сразу пятна начинаются.